в обмен машинки, блин, скорее сломают колеса свои. А можно это, повреждение убрать. А как это я включить, чтобы на человека все равно не падал туда? О, прорисовывается. Ну, подпойден. Тут туман рандомно ставится, как видно, там и так стреляет тоже. Меня убили. АГСом, по-моему. Это супер АГС такой, да? Да-да-да. Это прям нормальный такой АГС, мне понравилось. Я это видел. АГС такой, ничего себе. Угу. Это да. Сейчас кочегар со зверем будет перестреливаться. Это что, АГС стреляет, что ли, что-то? Наверное. А можно свободное плавание посмотреть? А, вот-вот-вот. Сейчас посмотрим. Не, это чисто звук, это вертолет походу. Жаль. Да. А, по своим стреляет. Демьян! Чигарь из них просто 10 плавает. Ну? Кто первый до лестницы? Я сейчас Демьян добьет тоже. О, сейчас Демьяна убьет Бетис, по факту. И все хорошо. Даже, или... Так, так. Еще один. Они там на подлодке чисто. Да. Кочегар. Ну, кочегар у нас сейчас залезает наверх. У него сейчас шанс есть. Если он сейчас не сделает, он упустит. У него у Спитера Алекса супер шанс, пока они. Да, 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 да. Пока эти там залипают. Нормально, кочегар плавает. Ему хорошо, тепло. Детус опять утонул. Как бы вилки closed games. Да. Близкие. Чисто. Зверь там вообще не залезет. Гранаты кидает. Серьезные игры то. Еще один. Бомбочкой прыгает. Нормальный такой бассейн. Да, да. Питер, вы там залезли? Вот да. Сейчас мясо будет. Пока они хрень не страдают. Я уже упадет. Детус. А что с Алексом? Он что с ним? Он не хочет, он залезать не хочет. А, вот, не. Он лагает, он лестнице. Да, что-то не может зацепиться нам.
Пип, да пойди убейся. Титус, наверное, будет сейчас бомбить, не может залезть. Спит, наверное, думает, все везде все заныкают, все спят. Зверь упал. Все. Спитер дом, везде все заныкались, везде все спрятались, сейчас тактикульно играют, все чекают, там сейчас каждое место будет чекать, аккуратно, смотри, очень аккуратно ходят. А они на самом деле тупо в воду прыгают. Чисто аутгейминг. О, да тут забрался. Так. Дебьян еще а в А что, он водичке. раненый даже каким-то образом? Морально унижает кочегара. Или он машину чинит? Че? Да тут что-то делает. А, колеса скручивает. Для чего? Колесом убить хочешь? Кошмар. Оно пропало у него. Это же глушить рыбу называется. Это слушай, вот такие тактики только на ВЦГ. Нигде такого не увидишь. Они у него пропадают, что там сделал, я не понял. Походу кто-то как котодел догадался поменять это. Так. Спитер там что-то прыгает. Вот кто-то под колесами отвечает. Тут уже под колесами люди, не надо бросать в них еще. Что спидер делает? Спидер. А, спидер утонул. Опять сосало его. Рипанулся. Спидер. Все. Все. Кого я там тащил? Спидер, они все прыгали в воду, просто они там. Спидер, ты... Что они делают? Ужас какой-то. Что происходит вообще? Что за гейминг? Алекс очень тактикульно в БЕ ходит, все тактики использует. А здесь, кстати, вот этот парапет, он также по-прежнему бронированный или нет? В армии второй он не пробивается, по-моему. Берил. Что делать, Детис? Блин, пока я их отрекал. Он, короче, пригнал квадроцикл, чтобы с него снять колеса, чтобы... Скидывать их. Да. Они у него пропадают из рук. ВЦГ-тектик. ВЦГ-тектик. Надо еще понять, каким образом Спитер это сделал, что из рук пропадают колеса. Главное, чтобы Алекс выжил. Ну все, хана им. Кому? Его тоже засосало? Все засосет. А, нет, достал. Паша, тебя сразу убили, что ли? Да, у меня, я же на водителе был. Была бы лодочка побыстрее, мы бы подъехали нормально. Угу. Подлетели. Ну, надо все-таки ускорять ее. Опа, квадрик едет к ним. Чё он делает? Ой, он сталкивает. Алекс Келлиган, ты как? А у тебя? Это самая странная миссия. Стоп, а кто остался?